Ой, может быть, пройдем? Да, ребята, представляешь, мы прошли. Мы только что не могли пройти, а сейчас прошли. Ай, давай откроем сейф. Что интересно мы там найдем? Да, Дуда, плей. Вот такой чувак, который бегает. И мы можем бросать гранаты. Также мы можем вызывать на помощь собачек. Вот собачки бегут и убивают вот этих вот бандитов. А бандитов здесь очень даже таки много. Так, у нас есть здесь всякие ракеты. Вот ракета вообще тема. Ракета вообще нормально выносит бандитов. А, кончились ракеты. Ну зато есть у меня ножи. И есть собачки. Так, давайте мы ножи сейчас побросаем. Так, в этом месте... Ой-ой-ой-ой, давай собачек побольше. Давай побольше прям собачек. Вот, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Все, сколько мы успели, мы уничтожили. Давайте еще раз опять-таки пробежимся. Так, давай сразу пёску. Ой-ой-ой, отлетел у меня нож куда-то. Ладно, будем использовать гранатки. Ох ты, ребятушки, сейф мы. Мы взяли сейф. Это очень даже хорошо. У меня еще ракеты есть. Смотри, как ракеты уничтожают. Ракета вообще тема. Но их мало, правда, у меня. Так, давайте. У меня ножи есть. Ой, убежали пески наши. Ё-моё. Это не очень хорошо. Вот давай сюда. Максимальное количество песок. Так, берем. Ой, может быть, пройдем? Да, ребята, представляешь, мы прошли. Мы только что не могли пройти, а сейчас прошли. Ай, давай откроем сейф. Что интересно мы там найдем в нашем сейфе. Так, много чего интересного, в основном бронька. Так, особое, что у нас тут особое? Давайте купим гранат. Хорошо. И в арсенале сейчас посмотрим. Соберем, может быть, какое-нибудь оружие. Так, ну вроде бы как оружие можно. А что здесь собрать? Что-то у меня глаза разбегаются, я не вижу. Ребята, если вы видите, скажите мне, что вот это, да, вот это мы собрали. А, ну все, смотри, у нас новое оружие. Ох, нифига себе, какой пулеметик классный. Так, здесь вроде бы все. Шапочки. О, сейчас мы соберем. А, ну в принципе тут ничего больше такого не собрали. По броникам, много броников у нас. Так, восьмерочка, девяточка, десяточка, одиннадцатая появилась. Так, а здесь что у нас? Восьмерка есть. Так, вроде бы, да, вроде бы и все. Ну ладно, все ж, отправляемся в путь. Дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить приветы. Передавайте приветы, пишите привет. Я передам вам в следующем ролике привет. Вот. Хотел бы Максиму передать привет. А хотел бы передать привет, значит, друзьям, которые мне пишут. Передать привет также Алене, Диме. Скромному, Море Жени. Так, кто мне еще писал привет передавать? Так, я сейчас вспомню. Так, а ну-ка, сейчас мои ракетки сейчас. Так, давайте песиков сразу. А, все, отошли. Давайте денежки собрали. Ладно, так, сейчас продолжим. Так, в арсенале. Что мы здесь можем собрать? Оружие. Так, давайте вот это соберем. О, все. Отправляемся дальше. Так, а я продолжаю приветы передавать Олегу Туманову, Фоди Жиму, Томми, Геймеру Робину, также Лест Геймеру, Кристаллу и Александре. Так, вроде бы передал всем привет. Так, а если хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши, передай привет. Так, давайте сразу песиков отправим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, у нас сколько бандитов здесь много стало, да? Да, бандитов стало намного больше. Так, давайте, песок побольше. Так, ракета, у меня есть ракета. Ай-яй-яй-яй, все что ли? А, ладно, в особое заходим, смотрим, что мы приобретем. Давайте еще возьмем ножичек. Вот так вот, будет хорошо. В арсенале что у нас есть? Броники. Так, может соберем какой-нибудь новый броник? Нет, ладно, отправляемся дальше. Так, ножи есть у меня. Давай. А, так, здесь песку отправим. Так, все, пески убежали, ё-моё. Так, хорошо, я гранаток побольше купил. Так, песочки мои. Так, вот здесь еще нужно. Вот, здесь бандит стоит, смотри какой, а. Так, есть ракеты. Давай. Ой, хорошо, ракетку стрельнули. Так, песку срочно. Так, ножи. Три ножа осталось.
Ё-моё, все, закончились у меня ножи. Да, и пёсочка моя убежала. Так, в арсенал заходим, что у нас здесь есть? Броники. Ага. Так, вот этот возьмем. Так, все, по броникам. По оружию. Что у нас здесь по оружию есть? Так, автоматики. Так, ну и все. Здесь закончилось все. Нет, нет, написано что-то еще. Нет, еще что-то с оружием связано. Так, все. Ладно, поехали в атаку. Так, а ну-ка, давай. Так, песочка моя работает. О, сейф! Ребята, мы нашли сейф. Это очень хорошо. Значит, мы можем что-то открыть. Интересно. Так, давайте сразу двух собачек. Так, ну-ка, давай еще, еще пёску. Ё-моё, какие вы мощные, а? Какие вы сильные, а? Я вас побороть не могу. Так, давайте сразу. Так, у нас еще один пёсик есть. Ну, сколько смогли, столько мы и отвоевали, ребятушки. Сейф. Открываем сейф, посмотрим, что же находится в сейфе. О, у нас каждый раз сейф более мощный. Особое, особое. Что купим? На 45 тысяч есть. Ну давайте приобретем еще гранатку. Вот так вот. 9 или 10 гранат у нас есть. Так, оружие. Соберем сейчас оружие. Так, а ну-ка, все. По оружию все. По шапочкам. О, может быть, по шапочкам что-нибудь откроем? Да, новая шапочка. Ух ты, каска. Каска, офигенная каска. Так, и по броникам. Так, вот такой черепашка есть. Так, ну, в принципе, все. А, вот еще семерочка, восьмерочка, девяточка, десяточка. Да, у нас новый бронежилет сейчас будет. Ай, какой красивый, смотри. Круто. Отправляемся в бой. Так, ребята. Теперь у меня здоровье нормально, вообще прокачанное. Понятно? Сейчас я вам буду гранатками мочить. О, как вас много. Так, собачку. Так, все, собачка убежала. Еще одну собачку. Так, у нас есть ракетка, ребятушки. Давайте мы вас ракетками будем мочить. Так, еще одну пёску. Давай, песик, давай, давай, давай. Вот, еще побольше пёсочек, пёсочек. О, давай уже всех собачек. Все, прошли. Ой, мы получилось. Получилось, прошли мы уровень. Так, в арсенал зайдем, посмотрим, что у нас по арсеналу. Каски. Так, а ну-ка, вот этот сюда. Так, все вроде бы. По оружию. Что здесь можно по оружию собрать? Ну, вроде бы все. А, нет, вот еще шестерочка, семерочка. Да. Все, поехали дальше. Скоро-скоро пройдем игру. О, вот у нас аптечка появилась. Новая. Что-то новенькое. Это хорошо, аптечка. Это что-то интересное. Посмотрим, как аптечка вообще помогает, нет? Так, эти у нас... А, нет, все, собачки дома бегут. Так, аптечку используем. Да, неплохо, такие аптечки помогают. Так, давайте еще песок. Так, есть у меня ракеты. Вот ракеты вообще мощные. Все. Так, да, защитки у меня это... Надо покупать еще побольше аптечек. Да, они хорошо помогают. Да, так, а ну-ка смотрим в особое. Вот у нас аптечки. Аптечка стоит 20 тысяч. Давай купим аптечку. Побольше аптечек возьмем, и мы нормально пройдем вообще все, что хочешь. Вообще нормально. Так, вот эти, давай, оружие собираем. А, кипарики. Так, что-то я не... А, вот это шестерочка, семерочка, восьмерочка, девяточка, десяточка. Вот такой вот у нас есть крутой. А, можно продать даже, смотри. А, тут еще и продать можно. А я не знал, что можно еще продавать. Ну, прикольно, будем продавать, если что. Так, броники. Давай вот этот за 30 продадим. Так, а этот нельзя продавать. Смотри, этим можно. Ух ты, аж 7200 стоит. Так, ну пока не будем ничего продавать, поехали дальше. Будем собирать, наоборот. Ух ты, нифига, как они... какие у нас бойцы новые, а? Какие мощные, нифига себе. Смотри, стреляют как, а? Так, ну у меня есть одна аптечка. А почему одна аптечка? Алло. Я же покупал. Кажется, там должно быть две аптечки, нет? Так, пёски, давайте, разбирайтесь. Так, используем аптечку. Ну, хотя бы одну аптечку, тоже хорошо. Так, пёска убежит сейчас. А, нет, 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 не убежала.
Хорошо, прям таки. Так, я до сюда доходил, и потом я умирал, да? Сейчас посмотрим. Вот за этим мы разберемся. Все, идем дальше. Прошли уровень. А, куча всяких вещей понабирали. Очень много. Давайте сразу откроем сейф. Посмотрим, что в сейфе. Что у нас в сейфе лежит. Я думаю, там много-много всяких вещей нужных и интересных. Да, в основном бронька. Так, заходим в особое. Давай купим аптечку. Количество одна штука. Короче, смотри. Почему-то нам аптечка не дается. Там две или три штуки. Только одна будет, что ли? Как печально, как же жалко. Ну ладно. Так, в арсенале. Оружие собираем. Так, револьвер. Может его продать? В принципе, мне не нужен. Никуда я его не соберу. Так, семерочка, восьмерочка, девяточка, десяточка. Так, и все. Так, и здесь вот это вот, я думаю, продам я вот эти штуки. Они не нужны, они, во-первых, место занимают. Да, и особо не пригодятся. Так, по защитке. Есть у нас 11 уровень. 8. Так, а эти, в принципе, я продам. Так, этот я не буду продавать, если что, я его куда-нибудь дену. Так, и по броникам. По броникам поинтереснее. Так, 12 уровня, 9, 10 уровня. Так, 6, 7 уровня, 8 уровня. Так, это 2 уровня я продам, он не нужен. Так, 4 уровня тоже продам. Так, вот 12, 8 и 10. Так, 10 я сюда поставлю. А 12 сюда. Ладненько, что ж. Ну что ж, будем заканчивать серию тогда, дорогие друзья. Скоро-скоро мы пройдем игрушечку. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите привет. И передам привет в следующем ролике. Всем пока-пока.